записал, у меня есть видео. Ха-ха-ха. Теперь никто мне не скажет. Так. Михаила, до упаса на инте. Еще. Хорошо. Вот, вот так. Сделали, да? Хорошо. Поворотики. Сын говорят. Уну, дой, три, пасру. Уну, дой, три, пасру. Уну, дой, три, пасру. Уну, дой, три, пасру. Хорошо. Ух ты. Прошу прощения. Четыре раза. Сын говорят. Thank you.
Громче, Андрюха, ноги в колени согни. Теперь смотрите внимательно. Ложим на спине, ножки согнуты, делаем пресс, то есть за счет маха. Раз и вперед. Вот, Коля делает. Ну, видите, за счет помогает. 30 раз. Считай, Коля, ты теперь. Громче. Еще громче. Делали? Встали. Значит, так, с такими же махами, то есть снизу вверх получается, пошли 30 приседаний. Алекс, считаешь? Нет, вот смотрите, то есть вы как бы раз вперед, приседаете и ручки вперед. Вот, а ну-ка, Коля, покажи, красавчик. Вот, пошли, видите? Знаете, почему он хорошо делает? Сказать? Потому что он лентяй. А лентяй всегда самый умный. Вот кто придумал стиральную машину? Мужчина. Чтобы не стирать. Да? Кто машину придумал? Мужчина. Чтобы не ходить пешком. Вперед туда ты. Раз, так. Два, громче. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два, три. Все встанет. Вдох. Еще один вдох. Не вдох еще. Так, значит, сейчас убираем сюда. Пока ставим сюда. Значит так, удары коленом. Партнер держит руки. Вы делаете 10 правой, 10 левой. Потом меняете. Иди сюда, Андрюха. Андрюха, ты учишься. Только не виси на нее. Значит, еще раз, посмотрите. Движение. Раз, два. Вот я держу. Ты берешь колено. Пошел. Раз. Нет, один колено. Правый потом. Раз. Два. Три. Так, мы вдвоем. А ты каким делом? А ну-ка покажи. Ну, наверное, да, нужно, наверное, обязательно. Как? Ну, никогда не бил люди коленом. Пошли. Пробуем. Потом научимся. Попробуем. Дому раду. Пойдем посмотрим, как он бьет. Пошли. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, Михаила, бей! У тебя украли кошелек. Держи хорошо руки, больной. А держи, Санька, хорошо. Пошли. 10 правой, 10 левой. Вика, давай бей теперь ты. Вперед, Вика. Вот так. Смотри, как твои руки не поломай. Так, так, так.
Вика идет к Андрею, Михайлов пока сядет, вы вдвоем вон там, на середине. Значит, Вика, ты на двух ногах, а Андрюха на одной. Значит, бой орлов. То есть становишься на одной ножке, стараться столкнуть так, чтобы партнер встал на две ноги. Понятно, да? Пошли. На правой прыгаем и толкаемся, потом на левой. На правой. На левой. Отходи, Саня, отходи, чтобы он упал. Вот так. Пошли. Саша, ты на одной ноге, Михаила, ты на двух ногах, и двумя руками его толкаешь. А Вика пока, Вика, смотри, видишь мешок везде? Иди сюда. Не бьешь сильно, потому что если сюда ко мне, не бьешь сильно, а то можешь вот этими двумя пальчиками ладошку поставить вот так, раз, то есть видишь, чтобы она не сгибалась прямо было, да, вот раз понемножку, раз, два раза вправо и раз. Один, раз, два. Только не сильно, вот так, как я, хорошо? Готовы? Хаджиме, пошли. Ученика 10-го Б-класса Салтанич, который хотел перейти в секцию взрослых. Все, понял. Так, не понял. Вперед. А, подожди. Вы сюда вдвоем. Вика, сюда перейдите вместе с Сашей. А ты один. Значит, не бьешься всей силы. Удар, два удара. Удар, два удара. И пошел, тысячу ударов. Хаджина, пошли. Нет, ты на одной ноге, на двух ногах, Михаил. И толкай его. Давай, толкай его. На двух, толкай, толкай, толкай. Он должен встать на две ноги, толкай его. Михаил, ты на двух стоишь, но ты должна его толкнуть. Давай. Вот так, вот, толкай. Санечка, аккуратно, Сашенька. Вот так, умница. Хорошо. Нет. Смотри, смотри. Вот здесь бьешь сильно на руках. Выпрямленная тут надо. Вот ты тоже сгибаешь сильно. Хорошо, Мате. Так. Алекс перешел сюда. Андрюха, бьешь. Николай, сюда. Вика, на двух ногах. Михаила на двух. Они прыгают на одной. Вы должны их столкнуть на две ноги. Аджина, пошли. Толкай, Михаил, его толкай. Вика, толкай сильнее, чтобы он упал. Давай, давай, делай сильнее, сильнее его, вот так. Выталкивай его сюда, за это. Николай, ты что выходишь? На другой ноге, Саня. Вот так, хорошо. Умница, Мате. Пошли вокруг ковра, заправились. Так, Петри нет. Каталин, Каталин, вы часто, уже трупы были. Макс часто был. Руслана, наверное, там что-то должно сидеть. Нина Сетер заболели. Ну что за... Как
другу у тебя сколько уроков у вас завтра? Пять. Значит, сейчас ты будешь. Ну, завтра я уже не знаю. Опа! 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 Ты ж больной. Все, блин, не ходи, ты что, тебя ж посадят в армию, все, будешь сидеть на карантине в армии. Идете в военкомат, Андрюха? Да. А кто еще идет? Весь класс? 2005 год. А я не знаю, 10-й идут? Значит так, идете, сдаете кровь. Идете домой тогда, что это? Нет, сразу в школу. Опять? Так это утром? Да, утром и потом в школу. А, так вы успеете на тренировку. Так при чем здесь кровь тогда? Я офигею. Ну, что-то драться, завтра купить. Нет, нет, блин, я бы не пришел. Я бы сказал родителям, что мы были в военкомате. Но там учителя сразу заложили. Так, значит, внимание сюда. Михаил, ты пока приседаешь. Саша сюда. Вика сюда. Нет, Саша, Вика туда. Андрюша, Николай сюда. Значит, смотрите, что делаем. Вот вы сюда встаньте. Чехарду знаете, как играть? Да. Вот, посмотрите внимательно. Николай, встань на ковер, да. Значит, Николай, что у тебя с тобой? Опусти, пожалуйста. Нет, вот не привыкай, я тебе объясню почему. Если ты в борьбе так сделаешь, полюбуй, тебе сразу дадут замечание шина. Смотри, значит, Андрюха, прыгаешь через него, он наклоняется, становится, ты, девочек, прыгаешь через него, пролезаешь между ног, Николай поворачивается, и пролез, и становишься. Николай поворачивается, прыгает, пролезает между ног, и получается друг за другом. А ну-ка покажи, можешь ниже стать, вот так. Раз, пролезаешь между ног, опа-на, и становишься, нет, не поворачивайся, да, а теперь Николай прыгает, Сань, ты там пониже станешь, пошли. Да, да, Виктор, прыгай, прыгай, не, не, ну, давай, вперед, сильнее, вот так, и между ног, хоп, все, все, теперь ты прыгаешь. Нет, Вика выше. Да, да, да. Пошли, оп. И пролезь между ног, Саша. Пролезь, пролезь. И теперь Вика пролезет. Давай, Викуха. Хоп. Саня, ты, да, ты же. Давай, давай, Вика, ждешь. Ну ты прыгнула, блин. Давай между ног. Выше, вот так, голову наклони, вот так, стой, хорошо, давай, стой. Все так разбегаться надо. И между ног. Оп. Стоп, Матэ, стоп. Стоп. Вика, сядь сюда, Саня сюда. Саня сюда. Значит так, ты прыгаешь через него, Саша через него. Потом вы оба пролезаете и становитесь один дальше другого. Так. Андрейка, вот так, вот здесь в центре, двигай лицом. Саша, Николай, двигайтесь сюда. Так, сейчас прыгает Николай. Вперед, Николай, прыгаешь. Так, два шага вперед, Николай. Становись, пошел, Саня, пошел. Оп, ну ты молодец, блин. Прыгай, прыгай. Оп, стоп, не двигаемся. Андрюха, встань, где стоял. Саша, поворачиваешься между ног. Саша, Саша, между ног, раз, между ног, два. Николай, между ног, раз, между ног, два. Андрей, вперед чуть-чуть. Ты прыгаешь через Сашу и через Андрея. И ждешь, Андрей, чуть дальше. Давай. Пошел, да, так, чуть-чуть вперед, чуть вперед, пошел с нами.
побери. Нет, наверное, сделаем по-другому. Становись, Николай, сюда. Андрюшенька, Алекс, сюда. Становись вот сюда. В середину. Андрей, уходите назад, назад, назад. Все, Андрей, прыгай через Николая. И жди там. Прыгай, да, прыгай. Через Николая, через Колю. Так, оп, становись, уйди дальше просто. Алекс, прыгай. Один прыжок, а потом просто был меня. Николай, стоп. Что ты все гуляешь? Ты? Я никак разобраться не могу. А ну, Ачка, сюда, давай. Сюда. Сюда. Так, Андрюха, прыгай. Прыгай. И три шага вперед. Ушел, ушел. Давай. Двумя ногами. Так, пролез. Блин. Андрюха, пролезай. Только через него прыгай. Прошли. Прошли. Оп. Так, ушел. Алекс, становись. Два прыжка и между ног у него. Только через него прыгаем. Дальше. Вот. И сюда. Разворачиваемся сюда. Оп. Между ног. Пошел. Вот так. Хорошо. Так. Все поменялись, Андрюха, теперь. Прыжок и два раза пройти. Саня, блин, ты, смотри, бежишь, и вместо шестопутца ногами, ты длину прыгаешь. То есть, двумя ногами, двумя руками. Так, теперь сюда, внимание, так, шел на там с камерами. Так, идите сюда. Теперь так. Ну, пацаны, вам что, задница. Ложишься головой туда, вот здесь. Ложишься на живот. Так, сюда, вот здесь ложишься. Дальше, 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 дальше. Вот так, хорошо, Николай, сюда. Девочка, сюда. Девочка, сюда. Михаила, вон там ложишься. Вика, вон туда. Михаила, ближе, 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 ближе. Вика, вставай. Прыгай через него. Оп, прыгай. Оп, да, двумя ногами. Вот так, давай. Николай, нет. Давай. И обратно, и обратно. Давай. И оп, 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 еще раз. Оп, Андрей, меняемся. Вика ложится. Двумя ногами. Под себя ручки. Ручки под себя. Вика. Ручки под себя. Нет. Нет, нет, нет. Давай. Оп. Так. Смотри, Андрюха, не наступи, а то пукнут. И обратно. Давай, 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 время. Вот. Вот. И вместо Саши, вместо Саши. Алекс, а ты сюда. Вика, держись. Пошли. Блин, пол грубый. Что делать-то? Одна слабая, одна еще слабее. Что, Коля? Сейчас мы, пацаны, вам будем этот. Вот. Смотри, наверное, Михаилу не наступи. Давай. Он еще пухнет, и все. Так, хорошо. Михаила, давай. Ты просто, не надо двумя ногами, просто перешагивай через. Хорошо? Главное, на Вику не надо. И на остальных можно. Быстрее, 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 быстрее двигайся. Быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. Бегом, бегом, бегом. Еще раз. Хоп. Давай, давай, давай. Вот так. Хорошо. Стоп. Вика, вставай. Остальные поближе, поближе, вот туда, вот, вот оба. Андрей, перекатись сюда, встань, 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 Михаил, встань. Андрей, еще. Вот так, оп, и лежи, вот так. Саня, ближе. Лежи на спине. Саня, ближе, на спине, на спину, на спину. Ближе к Андрею. Еще чуть-чуть, еще, еще, еще. Хоп, то же самое, Николай. Так, Вика. Вы сгибаете ноги в колени. Согнули? Да. Руки вот здесь, вот тут. Значит, Вика, ты потихоньку идешь по животу у них. Только не прыгай, а потихонечку. Пресс напрячь. Не пошла. Не бежи. Нет, по животу. Потихонечку.
Михайло сюда. Михайло сюда. Держи Михайло за руку, помогай. Вика, Вика, цепь. Вика, встань. Стоп, стоп, девочки, стоп.
Останови сюда, пацаны, а вы туда. Коля, на тебе пояс. И как для боли, держите круг, и там все дети спотыкаются. И сразу лупишь, кого попал, то выпал на тебе. Колян, иди сюда. Вот тебе пояс, блин. По спине так и бейте. Вот, чтоб ты знал, поворачивай, я покажу на тебе. Поворачивай. Сильнее, в ту раз. Коля, я вам так сказал. А, палку мой. Готов? Начали! Да. Ну, Коля. Коля, стоп, стоп, стоп. Стоп, Коля, смотри. Так, ногой не понял. Одели! Девочки, поэтому...
Мы сейчас тогда сделаем так. Я так, здесь я выключу, это не надо. Так, еще раз. Это спортсмен? Больной. Больной спортсмен, больной. Блин. Как болеть можно? Таким болеть? Мне 60 лет, я не болел ни разу. Они болеют. Так, до 10, после 5 меняется.